Развитие водоснабжающей инфраструктуры в микрорайонах и ЖС продолжается. С сентября 2018-го пробурено 10 новых скважин. Модернизировано и построено 10 пунктов обезжелезивания и водонапорных станций. Этот водозабор микрорайона Стрелецкая, 43, один из новых. Две скважины и установки для очистки. Суточная мощность 480 кубометров чистой питьевой воды. Это норматив потребления 150 участков, а в этом массиве их всего 146, меньше расчетного числа. А это уже массивы вокруг поселка Комсомольский, 49, 19, 50. Это суммарно почти 1000 участков. На такой объем мощности этой станции обезжелезивания не хватало. Но уже в конце июня ее возможности возрастут вдвое. В час установка будет производить 60 кубометров питьевой воды вместо 30. И это только первая очередь запланированных работ. Все дело в модернизации. В доработке, в замене оборудования существующего, в автоматизации всего процесса, то есть применении более совершенных технологий для управления основными узлами. А это уже микрорайон Майский 8. Выясняем ситуацию на месте. Оказывается, в настоящее время здесь идет включение в сеть двух дополнительных скважин, пробуренных недавно. Идут работы по увеличению мощности и уже существующих. На 2019 год запланировано строительство 5 станций обезжелезивания и бурение еще 10 скважин. Илья Лядвин, Евгений Кравцовский. Программа «Такой день» на Мире Белогорья.